Всем приветики! Это лайфхак для владельцев телефонов Xiaomi. Не знаю, как на других телефонах, но на моем Xiaomi Redmi Note 5 это работает. То есть вот в чем штука, как быстро выключить фонарик. То есть вот мы включаем фонарик, он загорается, вот он горит. Как его быстро выключить? Получается, щелкаем выключение экрана и... То есть при выключенном экране один раз нажимаем кнопку выключения, и фонарик гаснет. То есть если фонарик горит, то есть вот мы включили фонарик и выключили экран, а что там подсвечиваем? Подсветили, после того, как он нам не нужен, просто нажимаем кнопку выключения телефона. Все, фонарик гаснет. А даже если экран включен, даже если вот он включен, нужно просто два раза нажать «выключить», то есть первое нажатие выключает экран, второе выключает фонарик, то есть раз, два, все. То есть это намного быстрее, чем лезть, открывать чехол, нажимать кнопку, проще тык-тык. А если, если два раза, а если один раз, вот экран выключен, или нам нужно вот включить экран и выключить фонарь, или вот просто нажать кнопку. По-моему, так удобнее. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.